На ковре П победу одержала Бритни Робертс, Соединенные Штаты Америки. Екатерина Букина встретится в финале с американской спортсменкой. На ковре В начинает борьбу до 63 килограммов спортсменки. Утешительные встречи. Встречи за право бороться за бронзовые медали универсиады. Гидри Блекайтити, Литва. Ирина Нетрева, Азербайджан. Нетрева. Ирина Нетрева, Азербайджан. Приглашается на ковер П. Ее соперница в синем трико представляет команду Соединенных Штатов Америки Виктория Энтони. На первенстве мира она принимала участие дважды, это 2009 и 2010 годы. Таким образом определились все финалисты, которые в вечерней программе 18.30 будут бороться за золотые медали универсиады. Четыре весовые категории. 48 килограммов монгольская спортсменка Нараджирел Эрденесу будет бороться за первое место с азербайджанской спортсменкой Фатимат Багаменовой. Россия. 63 килограмма монгольская спортсменка Батсерсен Боронсобол встретится за первое место в борьбе с Марией Люко и в тяжеловесе Екатерина Бузина против Бритни Робертс Соединенных Штатов Америки.
На ковер Б приглашается Беатрис. Thank you.